Сыновья Кальчимаршак родился в Воронеже. Детские годы провел тоже здесь у нас в Воронеже. И здесь, в Воронеже, была такая считалочка. Она нам всем известна. И из этой считалки потом выросла целая эпопея. Называется считалка «Кошкин дом». Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом. Кошка выскочила, глаза выпучила. Вот из такой коротенькой считалочки детской превратилась, ну, как бы вот выросла целое, ну, сочинение большое, которое все мы знаем в детстве. Проходили. Плохо получилось, не хочу.